Добрый день. Может ли церковь примирить людей на Востоке? Церковь все делает для того, чтобы примирить. Мы каждый день молимся для того, чтобы Господь вернул нам то миролюбие, то братолюбие, которое мы как-то внезапно потеряли. И наша Украинская Православная Церковь – это церковь всего украинского народа, потому что вот наши приходы, наши епархии, они действуют и на той стороне, и на этой. Поэтому церковь молится, церковь проповедует о мире, говорит о том, что пора заканчивать вот это братоубийственное сопротивление, пора заканчивать вот тот период, который Господь попустил нам, и необходимо делать все необходимое для того, чтобы на Украине был мир. Церковь, конечно, не то, что может помочь, она молится, просит Бога, чтобы Господь примирил, чтобы послал мир, чтобы люди поразумелись, и чтобы было добре стало на нашей Украине. Я бы хотел побажати, звичайно, и не тільки, як я, але і всі люди, я думаю, кожна людина, житель нашої України, побажати їм миру, Божого благословення і розуміння, щоб прийшов цей мир. Тому що коли Господь після Воскресіння явився своїм ученикам, то він перші слова його були «Мир вам». І ось я би хотів, як священник, щоб цей Божий мир завітав і туди, в кожне серце, в кожну душу, в кожну сім'ю, щоб все було добре, щоб всі були щасливі.